Меня зовут Тимур, с вами автосервис «Зеленый свет». Сегодня я устрою вам небольшой экскурс в мир для многих покрытый тайной, в мир автостекол. Для начала начнем с самого злободневного, а именно с лобовых стекол. Ввиду состояния наших дорог, бьются они особенно часто. Мы с вами видим, что на лобовом стекле имеются два слоя. Наружный и, соответственно, внутренний, которые крепятся друг к другу пленкой, которую профессионалы называют просто триплекс. При сильном ударе постороннего предмета данное стекло не разбивается в щепки, не разбивается в осколки, а именно повисает на этой пленке. Многие клиенты часто интересуются, как же происходит ремонт лобового стекла. Для этого я беру простую портативную зубную машинку. Я ставлю на скол инжектор. Он позволяет залить под давлением специальную техническую жидкость, которая называется полимер, на основе акриловой кислоты. Чтобы все поры скола раскрылись, необходима высокая температура. Далее мы ставим на скол неоновую лампу, которая поможет жидкости закристаллизоваться и принять прозрачный вид. Скол стал почти что прозрачным, и он не расползется. Примерно таким же образом мы ремонтируем трещины. Однако не стоит забывать о том, что по прошествии некоторого времени трещины забиваются грязью и песком. Поэтому не стоит медлить и лучше приезжать сразу же при появлении трещины. И да пребудет с вами зеленый свет.